Скайп вылез немножко. Все, давай начинай. Я не начинаю, продолжай. Да. Я все еще застрял. Окей. Ну, пускай. Уже вот тут миссия закончилась. Добивай! Что? Немножко до Сильвера осталось. Что там? Там Mayhem. Complete. Я же говорил, добивай до Сильвера. Да я бы не успел. Continue. Мне дали 5-й левел. Мне тоже. Мне тучи, мне тучи. Прикол, можно в гараже взять танк теперь. Пипец. Где гараж тут найти? Самая наркоманская игра в мире. Ой, Рома, смотри. А. Двойные пистолетики. Смотри, смотри. Сейчас, погоди. А? Что а, такое? Двойные пистолеты. Сейчас, погоди-ка секунду. А что? Двойные песты? Чего? Это уже не ново. Ой, зачем я это сделал? Как он сказал? Залазь ко мне. Фига ли ты делаешь? Жена, потише. Залазь ко мне. Сейчас я миссию возьму. Погоди. Оп. Что за фигня? Я тебе приеду тебе миссию, предполагаю. Так, какие вот эта вот фигня, она генерейтит щит. Короче, сейчас каждого ломаю. Чё-то мне кажется, что мы реально только не ломать. Что говоришь? Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these. Думаешь, мы это не пройдем? Я думал, что мне ломать это будет. Я был прав. Я перелетаю через реку. Бегаю. Глянь, как я высоко. А я вижу хотспот. Офигеть, я лечу. Сейчас начнется. Экшен, ребята, экшен. Focus on the shield generators, otherwise you'll never get to the main console. Can't beat this. Генератор. Ладно. СМЗ. На. Ой-ой, шифта. Так. Чему ты жив? Ну а тебе. А, тоже ломаем с тобой готов, да? Только походу мы с тобой разные ломаем, меня убили. Да, все нормально. Меня убили. Да ладно, как так? Нормально. А. Кто тебя посмел считать? Ага, я его. Подними меня сначала! Хрен с ним, ты что меня устал, подними меня сначала. Так, окей.
Прекрасно, в последние секунды. Прикрой меня, хедшот. Так, мне нужны... Мне нужна вот эта штука. Чё, один за одного, да? Пытаться обратно. Так сдохнуть. Понял, что надо делать. Давай, прикрой меня, я пока... Sure у меня тоже такая фигня есть. А, ты купил ее? Кого? Ты все-таки это купил? Я сломал его. Что за? Это штучка. А, это этот самый, да. Ой-ой. It means once you take him down, get close enough, and I think you can absorb him. Is he gonna buy me a drink first? Короче, полив в него, и все будет. Почему? Полив в него, и все путево будет. Из чего? Из пизда того же, блин. Правда, он хп много очень отнимает. Я его кемпирю путем. Don't tell nobody I did this. Man. Фига, сквозь него пролетел. Сейчас будешь кнопочки, наверное. Я в него пока постреляю. СНГ. А с чего ты взял, что я именно кнопки буду нажимать? Damn, I am pumped. Ага. Hey, it works. Oh. Yes, bravo. Какого фига? I won't let them make the same mistake twice. Last time walked. Ой, синяк. Man, fuck him, Kenzie. Set me on one of the training rooms. I think I can do that. Офигенная игра. О, снова эта площадка. Что? ТП? Whoa. Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. Как это? Дисблэш, что? А, вот я понял. Что это за фигня? Как ты ее юзишь? А, F1, потом Q. А, все, это на Q, ясно. Погоди-ка, дай я. Ага, это вот так такие сейчас. Ну-ка, ну-ка. Дыщ. Окей. Клево. О, да. Где этот гад? Твою мать! Я заморозил! Вау! Кинзи, что это за штука? It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to open out. What the? Не дали мы пистолетики. Shit! Hell of an entrance there, guy. Motherfucker. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Это этот чувак. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. I guess he pissed him off. Yeah. So what? Just tell me how to get around. You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you shoot him. See? That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. Класс. Горячая и холодная. Горячего мы убили, холодная осталась. Почему это не кэш, а кэше? Окей, бласт. Еще какой-то ад, просто фриз. Слышь, тебя ждет. Я уж сначала подумал, что у меня музыка подвисла, а потом оказалось, что это она такая. А. Вау! Эй, фиг ли я не взял. I've constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Yes. You got it. Hey, what can you tell me about the Zen invasion? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people.
According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and the brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. У меня до стежок, несмотря вниз. Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. So where am I in the real world? They ain't doing nothing to my body, are they? It's in a safe place. Что мы типа не мы типа в нереальном мире? Ну да. А какого фига? Я не знаю, может это Зеняк весь, что придумал. А, ну да. А он был в сенсор вот или нет? Ну конечно, что пришелец. Я не играл просто. Да. Я такой лох, что не поиграл в сенсор вот 3. Все, я прилетел. Меня хоть подожди. Sorry, man. Я уже успел нажать кнопку, когда... А, всё. Ну так сломай её, фигля, во. На. Wrong door. Чё ещё? Портал? Good job. Фига ли тут портал делать? Ты это видишь? Я же не добежал. А я думал, тебя видел. Фигово матрица. А вот это уже напоминает, как его сказать. What the fuck? Это точно матрица. Не только что Borderlands напоминал что. Какого фига? Я немножко голый. Не ты один. Блин, это реально матрица. Блин, у меня жопу прячет. Рома! Покажись. Фу, в чем мы находились? А? В какой-то воде. Слушай, мне... Останется, я хочу кое-что сделать. Мне, походу, там нравилось. Эй, где фак? Слушай, я это, пожалуйста, заскринил, вон, заскринил. I feel like a toilet in freckle bitches. Блин, он морг станет. Ой. Окей. Это так красиво выглядит сзади. Ну что еще фигово? Жаль. А мне норм, я ничего не сделал, я не выливал. Слабый желудок, еще мужик. Где ты? Эй, Кинзи. What the fuck? Капец, когда он у меня от стены отлипнет, а? Куда идти-то? Я так думаю, к этой точке. What are you doing? That's mine. Что, почему ты это делаешь? Это моё? Что ты его? Пушечка. Ром, смотри. Рома. А, сейчас будет еще веселее, смотри. Рома. Го. What is this place? А не, он, конечно, 530 патрон. Короче, походу, это снова эти галлюцинации. Эй, это люди. Нет же.
Ну это эти говорят так на нас. Спасай. Спасай или сосай? Спасай. Не понял. Спасай. Я вскину как крыса, я знаю. Подожди. Эл, ест! Ах ты гад. Бля, чё он стал? Что это за грёбаный мест? Бахта! Рукопашку! Бахта! А, рукопашка не работает? Ни хрена себе. Вот это прикольно. Не работает. Она не убивает до конца. А может тут убивает? Сейчас глянем. Ой, мой. Пипец, уроны. Josh? Shit, McKenzie, I'm getting worried about you. Am I on the wrong? Oh, fuck. Как много. Отойди, Рома, я прикрыл за ящиком, сейчас по ним спокойно постреливаю. Стреляй по головам, будет проще. Ну да, я палю в основном. Погоди, а как ты присел? А, ясно. Угадай. Ну я уже понял. Надоели. А что если штамп? Наша жизнь и есть такова? Что это за дерьмо? I see you're attempting a noble escape. Understandable given your situation, but I urge you to turn back. О, ничего себе! Вообще обнаглел. О, как ты. О, я голый стою и расстреливаю всех, кто там. Да-да-да. Что за? Чего я себя так? Что это фигня была? Это космический корабль, который походу за нас. Это реально, блин, мат этот. Ох, была бы ржака, если бы не поймал бы. Ага. Или если б его сейчас убили. Какого фига? Я подумал, он падает. Let me take the stick. I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. It's just got weird. Can I fly now? Knock yourself out. А какого фига они все в одежде? Я ж без разницы. Ах, тебе пофиг. Ух ты ж. Роман управляет. Passed by him on the yeah, way. Well, hey, how'd you get out? But let's just focus okay. on flying, shall we? Yeah. Hey, Kinsey, this ain't got a radio. Radio signals bounce around space for. What is love? Shit, yeah. That's that song. Out. No more. What is love? Ah, it's not even Roman.
не ромаю. А. Я знаю, ты хороший пилот, ты пролетишь. Да я так нормально управляю. Ты помнишь, что на пробел вот этот? Меня пересад. Что на пробел говоришь? Мне как кофе на пробел, он, конечно, улучшает слегка, я повожу. Он боком встает. Да нет, вообще. Нет. Просто, ну да, боком может встать. Дай ему за пока дай. Да ладно, эта песня тоже класс, спокойно. Ну да. They're closing us in. Stay on target. А-а-а! Рома на пробел! Да по... А, не, не пофиг. Корабль. Ты его туда телепортировал? У меня есть одежда. Юху. Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just a vampire show. Это Олег. It is the essence. Помнишь, он как этого уфигачил? Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? St. Louis? Probably telemarketer. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? Fuck. It's all gone. What the fuck? Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Wait, you wanna go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zinyak. Yeah. Right. Let's do this. Тут бы могли на самом деле на собой показать, что соседские это есть. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Идеальный мир. Кораблик неплохой. Блин, это реально маппец. Шестой левел дали. Я только не пойму, а чё все эти апы впустую были? А, вот как, можно обратно в эту симуляцию идти, кто? Да. Окей, короче, всякие эти. Чего? Окей. В общем, я так понимаю, если сейчас не будет миссии... А не, ее не будет, потому что мы только что миссию закончили. Ну, да. В общем, don't panic, ребята. Всем пока, удачи вам. Мне этот пак дали за предзаказ, кстати. И TF2 тоже дали за предзаказ. Так, отлично, ребята. А, всем спасибо за внимание. Присядь рядом также. Че? Присядь также рядом. Подожди, я не вижу. Я тут за тобой. Я тебя не вижу. Да ладно. Реально? Короче, я сажусь, а ты садишься рядом. Вот, видишь? А, вот теперь вижу, ты только что упал. Ну.
так ты это, сядь вот так, как я. Ага. В общем, вот вам наш жоп. Ладно, отпускай пробел. Ах ты! Какого фига? Смотри, что ты сейчас сделал, опустись. Тебе же было что-нибудь? Space to recover. Да. Ах ты ка. В общем, всем пока, спасибо за просмотр. Пока, смотреть нас больше. Да. Пока.